Привет, зритель! Только что записал АСМР обзор тихим голосом своего заказа с аптеки Ру, который лежал у меня месяца два, наверное. А сейчас у нас пустые баночки за ноябрь-декабрь 2023 года. Что-то там чуть-чуть еще есть, останется на пару дней как раз заюзать, но по большей части тут все пустые баночки. Так, сейчас будет сразу туева куча перекиси. А, всего лишь три флакончика. Они как раз вот с предыдущего АСМР-обзора. У меня сейчас, я пишу на Sony, у меня сзади там немножко видно ноутбук. Туда скидывается, точнее, там подключена DJI-камера, с которой по Bluetooth скидывается на телефон этот самый ролик о моего парфюме, все того же, все в шортс. Вот это у меня тут буквально вот на пару раз осталось, так как сегодня у нас 26-е, и я сейчас практически каждый день умываюсь, то я думаю, он как раз успеет доделаться до 31-го числа. Это Swiss Image, швейцарская, Швейцленд, ну да, швейцарская косметика, матирующий и сужающий поры скраб для ежедневного применения. Покупала я его на Wildberries. Отдельный, по-моему, обзор делала. Там, может быть, на него шортс был. Я уж не помню, может, только обзор конкретно, потому что еще есть масочка. Но масочка еще не в пустых баночках. Тут после вскрытия 12 месяцев, 150 мл. Неплохой скрабик, но вау-эффекта там ожидать не стоит. Потому что у него, во-первых, вот эти скрабирующие штучки, они, по-моему, это какой-то, ну, типа пластик, проблемы искусственные, короче говоря, они не травмируют кожу, но при этом и как бы супер вау-эффекта тоже нет. Вот, ну, как вот, если им пользоваться каждый день, хоть не написано, что где-то пару, 2-3 раза в неделю, ну, можно пользоваться каждый день, потому что он довольно мягкий такой, нежный пилинг вообще конкретно такой, гамажик даже, но хотя бы где-то вот, то, что называется у нас скраб, в другом месте называется пилинг, а в третьем гамажик. Гамаж. Короче, им можно каждый день. Вот если каждый день им пользоваться, то тогда, да, эффект есть. Я сегодня вот им попользовалась утром, а потом вечером попользовалась перед тем, как нанести маску, тряпочку на лицо, которая сейчас тоже будет вот в этих пустых баночках. Хороший скрабик, но я не думаю, что я его буду повторять. А вот маска вот этой фирмы мне очень понравилась. Если она вдруг закончится, ну, когда-то закончится, то я потом приобрету. Короче, вот такой скрабик неплохой. Ну, вот как бы скрабик на каждый день. Допустим, скрабик кедровый орех и что-то там от Green Mama, такой большой, он более такой скрабик, более жестокий, суровый. Им реально можно раз в неделю пользоваться, но у меня сейчас нет этого скрабика, даже не знаю, Green Mama его пускает или нет. Это я покупала на бьюти-патчах, отзыв на которые на сам сайт никак не допишу на Арике. Потому что они, ты их дверь, они в окно, они мне даже на телефон звонили. Типа вы у нас однажды делали заказ, не хотите еще заказать? Не хочу. Почему? Потому что благодаря Тоне, если Тоня будешь вот это смотреть, привет тебе и спасибо за наводку на Wildberries, потому что на Wildberries вот можно в наборе купить масочки. Я потом еще и на Озон увидела масочки. Не помню, вот именно такой фирмы или нет, но у масочки, тряпочки можно на Wildberries и на Озон в наборе купить дешевле, чем вот на этом сайте. Это с распродажи, по-моему, 70 рублей за масочку, ну 69 или 59, я уж не помню. Дигот, ангел в небе, ангел, angels, angel in the sky. Знаете, вот здесь вот такая тряпочка была. Она супер напитанная. Там еще вот хватит из этого пакетика выдавить пару раз руки увлажнить. Думаю, может сейчас мне руки увлажнить. Надавися. Надавливается. Она очень увлажненная, но там от масочки к масочке. Вот тут здесь огромные такие глазищи. Такая тоненькая ниточка, в прямом смысле, вот сюда вот, но она вообще никак не легла. И такой рот еще более огромный. Знаете, бывает, есть какая-то русская доморощенная новая фирма, я не помню название. Там она трусики делает, и вот я на их трусики посмотрела, такое ощущение, что вот они как-то шире-шире и забыли там это, ластовицы вообще нету, вот, ну как-то, то ли трусики одела так, кому они большеваты размером ошиблась, то ли такие, черт поймет.
И тут также, в общем, как-то раз на раз не приходится. Вот этой были вот такое. Причем оно как-то непропорционально на нос, оно как-то не дотягивалось. Я не знаю, что у корейцев с лицами. Но на одной из этих масочек, на гранатовую, по-моему, я писала отзыв на Арике. У меня ссылочка на Арик теперь в инфобоксике. Если интересно, можете пройти по ссылочке и глянуть. Я с конца апреля этого года снова возобновила написание отзывов. Правда, когда была в деревне, не часто это делала, потому что интернета как бы не было. То все. Так вот, это с лимоном. Оно реально освежающий такой лимонный эффект какой-то дает. И вот я сначала с крабиком попользовалась. Умылась, а потом масочку нанесла, и все вот так хорошо, потому что как-то понимаешь, что надо бы масочку, я нанесла масочку, и она как бы увлажнила кожу, но те кусочки, которые надо было бы как-то отскрабировать немножко, они вот так торчали все равно в итоге. Так что, в принципе, вот, ну, в каких-то местах оно, правда, помогает там соединить эти омертвевшие клетки, почистить фейс, все в таком духе. Очень много сейчас. Вот я надавила, теперь оно еще больше льется, чем было. 15-20 минут ее держать. Кожа, конечно, увлажненная, все классно, но вот эти вот масочки от Зиготта, Зигот, витамин, жемчужная, настоящая ампульная маска, у меня там жемчужная еще есть. Они как-то, я не знаю, как они. Такое ощущение, что пьяный кореец с закрытыми глазами рисовал по ткани и вырезал эти дырочки для глаз и рта. Так-то хорошее увлажнение, но пока ты ее нацепляешь, надо умудриться нацепить. У меня закончилось наконец-то. Ну, не то чтобы закончилось, тут что-то совсем чуть-чуть осталось, но оно не выдавливается. Я думаю, ее потом, ну, может перевернуть. Оно поживет вот так, и я открою, дожму его. Вериния. Персональная косметика, сделана в Питере. Крем для ступней, ног идеальный. Обалденный крем. Минус Веринии у них, по-моему, я не знаю, может, конечно, за лето у них что-то изменилось, но вот весной-зимой у них их продукцию, по-моему, можно было купить только на их сайте. Что-то там, чтобы была бесплатная доставка, там надо было намного набрать. Ну, там, в принципе, вот что-то 300-400, не помню, сколько он стоил. Тут 350 миллилитров, довольно большой объем. Вот он у меня буквально на днях закончился. Вот два дня как закончился, и то просто, что уже не выдавишь. Очень хороший крем, он действительно охлаждающим эффектом обладает. Он очень похож на крем Green Mama от тяжелых ног. У них такой раньше был. Я не знаю, сейчас он есть или нет, потому что там даже у Green Mama уже и у названия-то этот значочек сменился. Я так поняла, что там 100-500 раз опять владелец поменялся. Так, еще одна масочка Farm Stay. Я не знаю, мне кто-то дарил из вас, ребятки, в смысле девчатки, масочки, тряпочки, помимо Тони, я тупо не помню, чья она. Если я покупала, то окей, а если кто-то из вас дарил, и вы ее узнали, скажите, Лёля, это я тебе дарила. Я вам поставлю сердечко, скажу спасибо. Короче, Farm Stay. У меня, по-моему, от Farm Stay был как-то алоэ гель. Очень хороший алоэ гель. Масочка очень хорошая, качественная. Там тоже очень сильно хорошо было напитано. Ну, не так, что достаешь из тебя, все льется, как с лимончика. Но она хорошо действительно напитана была, нормально на лице распределялась. Не было такого, что все три дырки одинаковые. Хорошая масочка. Еще одна масочка. Настоящий масло баттерши. Эссенция маск. Farm Stay. Такая же тоже. Тоже очень классная, хорошо увлажняла. Прям вот, ну, реально так вот. На несколько дней эффекта хватало. Так, Farm Stay. Бёрд... Что-то там, гнездо ласточки, что ли. Мне что-то кажется, что мне ее дарила. Это был, ну, в смысле, что она была в посылке от подписчицы Лены, которая из Франции. Но если я путаю, вы мне ткните тоже в комменты. Тоже очень хорошая, классная масочка. Тоже корейская. Так, это-то тоже ведь корейская, Джигут-то. Джигут.
Корея. После вскрытия непонятно, сколько живет. Там какой-то этот такой корейский кореец. Корейский язык. Так, вот одну я заюзала, это тоже от Лены из Франции. Две таких я поделилась с тетей, у меня еще две таких осталось. И она мне еще долго так лежала, думаю, маска желе, думаю, фиг знает, как ее нанести. Что-то реально думала, что там, ну вот как-то это желе воспринимала, как вот мармелад. Но это немножко другая какая-то консистенция, но на коже она реально как желе, такой прикольный эффект. Я на нее даже отзыв на Арике писала. Битекс, косметология, маска желе для лица, охлаждающая с алоэ вера, гиалуроновой кислотой, живительное увлажнение и свежесть. И, кстати, у нее там в составе ментол, и она реально таким мятным эффектом обладает. Вот пощипывала так нежно кожу, таким свежестью. Вот если сидите такая сонная, вялая, такой сонный, вялый, ну, я думаю, мужики, наверное, тоже маски для лица, тряпочки делают, ну, некоторые, вот кто следит за мордой лица своей, если она требует слежения. Короче, и там вот такой реально мятный эффект, вот подобный эффект есть, я не знаю, сейчас выпускается или нет, опять же, Green Mama, у них была раньше серия «Улетай», молодежная такая, ну, для кожи такой проблемной, потому что, насколько помню, у Green Mama не было такого разделения, что вот за 50, за 100, за 25, за 15, а именно, что по ощущениям самой кожи. Была серия у них такая «Улетай», и там была маска такая глиняная с мятой, с ментолом, и вот такой же эффект, только там глиняная. Ну, а что ту, что эту с ним смывать? А тут желешка такая. Она наполовину, практически полностью где-то на 2/3 или на 3/4 впиталась, а там, ну, что-то как бы осталось, что-то вот здесь вот такая где-то капля большая жирная осталась. И я ее жена все равно смывать, я ее как бы смывала, но большая часть маски впиталась в кожу. Очень классный эффект такой, свежесть такой на лице. Так вот, сидите вы, у вас какое-нибудь такое состояние упоротое, допустим, хочется на воздух, а там снег, зима, но льет дождь и не выйдешь. Масочку на лицо. Кайфово. Особенно, если выход на балкон вас не спасает в ситуации. Спасибо, Леночки, классная штука. Короче, она у меня в уходе, этот, я его периодически показываю, периодически забываю. Я постараюсь в уходе другую большую банку на 120 грамм показать, потому что на этот уход декабря я что-то по ходу дела про нее забыла. У меня закончился бочоночек, я его покупала, у меня два таких было, один в деревне остался, там совсем чуть-чуть было, ну чисто, чтобы приехали вдруг, надо что-то, а там есть такой бочоночек. Это Кайлаш Дживан, я в свое время благодаря магазину... интернет-магазину индийскому, который в Индии находится, Маиндия, познакомилась с этой штукой. Правда, заказывала тогда на Вайтберис. Ну, короче, ну, в смысле, так-то они мне тогда, по-моему, присылали почтой, я уж не помню, или я хрен знает. Ну, заказываю я его уже регулярно то на Озон, то на Вайтберис. Очень классная штука. Она была по скидке, потому что у нее был срок годности до ноября этого года, но вот в декабре еще в начале я его им пользовалась чуть-чуть, и в ноябре вот уже в конце... Ни консистенция никак не поменялась, хорошая штука, универсальная. Я воду ей отдельную превозносить не буду, есть просто отдельный плейлист Маиндия, там два видео, один про сайт, другой про эту штуку. Хотите, гляньте, забейте на моем канале в поиск, в разделе поиска Кайлаш Дживан. Или по плейлисту там гляньте. Очередная масочка G-God, помогранаты, настоящая ампульная маска с гранатом. Вот ей я отзыв и оставила, я уже не помню, что. Ну, как бы она нормальная, там увлажняла, что-то еще делала. Увлажняла. Тут уже сухая, а пахнет уже каким-то кислым говном. Ну, как-то погано пахнет, и кисло при этом. У меня закончилось мыло, по-моему, даже его катило и все из него выжило. Мыло для кухни, устраняющее запахи. 5 в 1. Экзотические фрукты, аромат, убирает неприятный запах и мягко, эффективно моет, не сушит кожу рук. Я его использовала по большей части как средство для мытья посуды, но иногда как мыло просто руки помыть. Это подарок от подписчицы Лёлечки, дом Фаберлик, косметика для уютного дома. Она мне периодически, Лёлечка, дарит, за что ей спасибо, вот такие штуки. Мыло для кухни. Благодаря Лёлечке я узнала вообще, что существует мыло для кухни. Я даже не знала, что есть отдельное мыло для кухни. Крутая штука, очень экономичная. Тут 300 мл было, надолго хватило. Спасибо Лёлечке, очень классная вещь. Так, тут буквально на раз осталось.
Это от Полины Новосвит, сыворотка для лица и шеи ночная. Ее надо использовать 2 раза в неделю. Я помню, то про нее забывала вообще нафиг 1 раз за месяц, то 2-3-4 раза в неделю через день, то реально 2 раза в неделю. Хорошая вещь, реально так помогает, увлажняющая. Спасибо, Полина. Так, что у меня тут? Не смотрите, что у него крышка другая. Это у нас Faberlic Beauty Cafe. Любовь твоей кожи или люблю твою кожу, хрен ее знает. Гель для душа, оранжевая меренга. Ну, в смысле апельсиновая меренга. Апельсиновая меренга — это тоже подарок от подписчицы Лёлечки. Я его сначала юзала как гель для душа, а потом у меня жидкое мыло, ну, то бишь то, что имитировало жидкое мыло, закончился, очередной гель для душа, используемый как жидкое мыло. Я решила его как жидкое мыло использовать, потому что он обалденно пахнет. Блин, он мыльненький, там что-то, видать, в нем оставалось. А эта крышечка-дозатор у меня от другого, от жидкого мыла, реально, Avon Senses, которое Лёлечка дарила, но уже, наверное, давно было в пустых баночках. Я просто этот дозатор переставляю, он внезапно от Эйвона подошел к Фаберлику. А потом у меня было кусковое мыло, и там совсем чуть-чуть осталось, но так как там просто пленочка такая была, думаю, что пленочку, возможно, я эту выкинула уже. Мыло тоже от Леночки из Франции, французский марсельезец. Слушайте, такое прикольное мыло. Оно не сохнет, не трескается, не размокает. Ну, конечно, там пена не вау-супер, но нормально так руки мылят. Я его даже 1 раз использовала на губочку шарик, чтобы тушку помыть. Вот в таком виде оно вот реально, я поняла, что там пена, ну, не очень много пены. Но помыться можно. Но все-таки в итоге я его использовала чисто как мыло для рук обычное. У меня закончилось. Вон тут белая жидкость. Либредерм Церафавит, масло для душа Атопик. У меня отдельный обзор, есть шорт на каждое средство этого от серии Церафавит Либредерм. Правда, у меня одно средство еще не закончилось, оно еще не в пустых баночках, будет выходит на январь. Это крем от Либредерм серии тоже Церафавит. Я уже забыла, какой оно там. Крем, который надо наносить на влажную кожу рук. Короче говоря, очень классное масло для душа. Но оно чуть-чуть все-таки сушило кожу, хоть у них и заявлено, что оно, ну, прям не сушит нифига. Может, у меня кожа такая суперинтересная, но чуть-чуть местами местечково сушило кожу. Иногда бывало, что не сушило, но чаще бывало, что вот буквально там 2 сантиметра где-нибудь на какой-нибудь, на спине, там, на ноге, на руке. Я им мыла волосы. Я им мылась сама и мыла волосы. Мне что-то так вообще прониклось им в роли шампуня, но он еще написано, что от 0+, ну, для младенцев, короче, подходит. Тут даже написано, что для эпилептической сухой и очень сухой кожи младенцев, детей и взрослых. Очищают, питают, смягчают кожу, сохраняют липидный баланс. 200 мл, очень экономично, очень классная штука. Волосы промывала круто. Ну, правда, потом они, видать, все-таки от него подустали. И я уже это его использовала просто уже как вместо геля для душа, ну, как масло для душа. Ничем не хуже эйфрашевского масла для душа, если честно. Я, правда, давно уже не пользовалась маслом эйфраше. Я эйфраше-то уже, наверное, не покупала 5 лет, как где-то так. Тут буквально на раз осталось. Я сегодня выдавливала и поняла, что там практически уже ничего не выдавливается. Это Ботавика с... тоже русская косметика, гель, сыворотка против темных кругов для чувствительной кожи вокруг глаз. Базилик и лемонграсс, серия у них такая, именно базилик и лемонграсс. У меня еще есть пенка для умывания, базилик и лемонграсс, которая вообще-то мусс. Есть отдельный шортс, где я по запросу трудящихся показывала свои вот скрабик этот, который сейчас тут пустая уже практически баночка, и 2 пенки. Вот 2 пенки у меня еще живы, одна... обе русского производства, и вот одна из них как раз Ботавика с серии базилика лемонграсс. Неплохая штука, действительно помогает вот от темных кругов под глазами. У меня был какой-то период, хотя вот я сегодня глянула в зеркало и поняла, что у меня какие-то недокруги под глазами, где-то 1/3 круга под каждым глазом. Думаю, надо, у меня там есть немножко другая сыворотка, которая тоже с этим справлялась неплохо, другой фирмы. Но вот дожму ее завтра. И уже совсем пустая баночка. Так, у меня закончилось масло эфирной серии, фирмы натуральное масло, которое можно найти на Вайберес, либо в аптеке.
Можжевельник, эфирное масло использовала для ароматизации помещений, в ванну капала иногда, так это в аромалампу, просто чтобы пахло вкусно. Мне вообще нравятся эфирные масла от фирмы «Натуральные масла». Вот это у меня закончился. Эйвон Сенсес, домашний очаг, гель для душа с ароматом гвоздики и древесины с натуральными экстрактами. Упаковка подходит для переработки, 250 мл. Это тоже подарок от подписчицы Лёлечки. Очень классный гель был. Вкусненько пах, хорошо мылился, хорошую пенку давал. Так. У меня закончилась соль Даван тоже от Лёлечки. Окей, соль Даван, антистресс, увлажнение, расслабление. Снижает нервное напряжение. С маслом иланг-иланг снимает напряжение, нормализует сон, улучшает настроение. 100% натуральные компоненты, 900 грамм. Хорошая очень соль такая, фиолетовая была, очень классная, мне очень понравилась. Спасибо, Лёлечка. Полностью растворялась. Знаете, бывают соли, и там лежишь в ванной, и какие-то камушки остались, или просто какие-то вот куски этой соли не растворились. Это хорошо растворялось, очень классная. Я ее даже как-то использовала вместе с пеной эйвоновской, тоже от Лёлечки, но они еще не в пустых баночках. Их и саму по себе как-то использовала, когда вот у меня было такое состояние слегка простуженное, очень помогает. Так, лаванда, эфирное масло, стоило 76 рублей за 10 мл. Тоже натуральное масло, вот оно закончилось, я его добавляла по большей части в свой самопальный дезик, фильтрованная вода и эфирное масло лаванды. Ну, иногда вместо него другое какое-нибудь масло добавляла. Оно дезодорирующим эффектом обладает. Иногда просто как вот в аромалампу, иногда также в ванну или когда голову мыла в воду, чтобы ароматизировать воду. Иногда использовала в тех местах, куда нежелательно, чтоб кошка лазала и пакостила. Я регулярно вообще повторяю, ну, покупаю повтор, восполняю свою коллекцию эфирных масел, правда, сейчас там их очень мало осталось, а вот как-то они идут, потому что я, в принципе, сейчас приготовлением домашней косметики как-то не занимаюсь, все не до того, но периодически, вот только что, допустим, самопальный дезик, я периодически покупаю, у меня какое-то масло заканчивается, я в аптеке покупаю. Сейчас я, правда, стараюсь не брать про запас, потому что иногда оно стоит, забудешь про него, у него уже срок годности прошел, 3 года прошло, или у него там был какой-нибудь небольшой срок годности после покупки. Тут обычно сколько? Тут 2 года срок годности, а не, вот тоже 3 года срок годности. И он даже еще бы, я его, ну, написано, что он в июле 22 года созданный. И покупала я его где-то по ходу дела осенью прошлого года. Короче говоря, у меня закончился, у меня есть шорс ему посвященный, а еще есть обзор, полноценная распаковка. Ну, вот в таком формате, как сейчас пишу. Но я тот обзор все никак не смонтирую. Короче, хотя там 5 минут от силы. Это тоже питерская, по-моему. Нет, это Москва внезапно. Я думала, это Питер. А изготовитель... Нет, да, изготовитель Санкт-Петербург, а адрес производства Москва. Global Cosmetics. Короче, это тоже русская разработка, кератин, мультиспрей с экстрактом персика, 15 в одном, решает 15 проблем, но у меня в основе была проблема, которая сейчас, в принципе, остается. У меня часто после мытья волос спутываются волосы, их сложно расчесать, там на расческе остается. Сейчас кошка, по-моему, меня скинет, уже скинула рюкзак с табуреточки, вы-то ее не видели, скорее всего, ну, может, потом покажу. А она-то на ней сейчас сидит, другая табуреточка, которая дедушка у меня в свое время в моем детстве сделала, она, думаю, куда она с механки делась, она переехала в цветочную к тете, а потом от тети переехала ко мне, вручную вытаскивала. Ну, в смысле, отдали мне, потому что как бы мне нужна табуреточка, которая может быть как столик, а может быть как лесенка такая, ну, стремянка, типа того. Короче, я использую, вот, чтобы расчесываешь волосы, они иногда на щетке остаются волосы, соответственно, потому что спутанные, а с ним они не спутывались, хорошая штука, реально такая сыворотка спрей, причем как, у меня оставалось буквально совсем чуть-чуть, оно практически уже не выпрыскивалось. Я отвинтила, перевернула, вылила на волосы, а там реально вот такая сыворотка густущая, вот, и оно, видать, когда идет под трубочки и прыскается, ну, вот спрей. И мне пришлось потом волосы смывать снова, потому что выдавилось много, и чувствуешь ее вот прям на себе везде, там много было. Очень классная вещь. Я про нее тут 200 мл после открытия 12 месяцев, не тестируется на животных. Я про нее вообще узнала совершенно случайно,
в Инстаграм, когда листала этот Инстаграм. Рандомно как-то. Я даже не помню, как я на него вышла. И заказала себе, в общем, хорошая вещь такая. Даже не помню, где заказывала, то ли на Озон, то ли на Вайтберис. И что-то он тогда дорогущий такой стоил, что-то около косаря. Думаю, блин, рекламируют, ну, как бы, наверное, крутая вещь-то. Что-то я так прониклась, а и заказала. Потом смотрю, он буквально на следующий день 500 стал стоить. Я думаю, вот же я лохушка. Хорошая вещь, но у меня немножко волосы стали от него уставать, потому что через день. С ним, кстати, волосы не грязнились. Первое время вообще можно было раз в 3-4 дня мыть волосы, и они стали просто уставать. Я думаю, сделаю перерыв. И он как раз закончился. И я сейчас использую спрей от Брерил, который мне Света дарила в прошлом или позапрошлом году. Там еще немножко есть, там сапсом 2 в одном такая. Его надо потрясти, прежде чем прыскать. И вот им сейчас пользуюсь, и тоже, в принципе, он нормально дает расчесать волосы. У меня закончилось, ну не то чтобы закончилось, я не помню, то ли она у меня была в пустых баночках в октябре. Но, может, еще не была, потому что на декабрь она не была заявлена, мне казалось, что там все закончилось. Но там как получилось? Там немножко оставалось. И вот пипеточка не очень удобная, она как-то вот, ну, очень глубоко расположена. Она не забирала уже ничего, а там оставалось. Плюс оно загустело. Оно загустело, сменило консистенцию. Какое-то стало вот... Даже на лицо наносишь, были неприятные ощущения от него. Очень неоднозначная сыворотка. Восстанавливающая питательная сыворотка для чувствительной кожи. Базилик и лемонграсс от Абботавикас. Тоже третий шаг интенсивного ухода. Ее нам можно наносить либо утром, либо вечером. Я, по-моему, ее наносила вечером на лицо. Ну, после умывания ее и можно потом, допустим, какой-то крем, а можно ничего не наносить, просто эту сыворотку. Она действительно хорошо увлажняла кожу, мне там помогала какие-то прыщики, помимо, ну, вместе с другими средствами убрать, но потом она как-то очень быстро загустела. Хотя у нее, по-моему, после вскрытия, сейчас я гляну, сколько на этой сыворотке после вскрытия, у них вроде как одинаковая. А тут, да, 12 месяцев после вскрытия, и вот тут буквально еще даже, ну, может, месяца два было, а она уже вот как-то так. Тут вот, ну, раз на пять, наверное, оставалась уже. Я уже просто переворачивала. Я ее даже чисто, вот думаю, на лицо не катит, на руки нанесла. Но на руках тоже какой-то такой эффект был. Я поняла, что что ее жалеть? Бомж я, что ли? И я ее решила выкинуть, то бишь пустые баночки определить, а потом выкинуть. Так, что у меня тут еще? Угу. У меня тут от Жигота, от Пома граната. Вот эта вот срезанная фигня. И последняя пустая баночка, это грейпфрут, эфирное масло от натуральных масел. Я его тоже использовала как ароматизацию помещения. В ванну капала, потом капала там, где кошка иногда гадила, чтобы она туда не ходила, понюхает, потому что как бы это цитрус. В эфирную, ну, как эфирную масло, в смысле, вот аромалампу добавляла иногда. Я давно, кстати, чуть не пользовалась именно конкретно так аромалампой. Иногда вот палочками ароматическими пользуюсь, даже свечками ароматическими. Ну, в общем, оно у меня закончилось. Коробочку я уже вроде как выкинула, она не дожила. Точнее, коробочка ушла на сожжение в сад, а вот флакончик еще остался. Натуральное масло. Фирма производитель натурального масла Грейпфрут, эфирное масло. Хорошая очень штука. Ну все, вот это вот мои пустые баночки все за ноябрь и декабрь. Если хотите поддержать канал, где-то будет облачко. Если вы из-за бугра и вам Бусти не подходит, вы совсем из-за бугра, не из СНГ, а из-за бугра совсем. Но очень хочется поддержать меня, то у меня есть валютный вклад, счет на кредит Европабанк. Просто мякните мне куда-то, я вам скину его номер. Я просто не знаю, как его еще вот как-то делать. Ну и как бы я, соответственно, скажу вам спасибо. Вы поможете мне финансово, потому что я за этот год очень сильно вложилась в развитие канала, в техническую его сторону. Ну и как бы... Чё? Если вы чем-то вот этим всем пользовались,
из того, что я показала, и у вас какое-то немного иное мнение от моего отличное или наоборот такое же, поделитесь со мной в комментах. Если это не будет грубой, написано в грубой форме, то я всем поставлю сердечко. И даже если будут вопросы, то отвечу на вопросы. А если будет в грубой форме, то я вам не поставлю сердечко. Я поняла, что ставить сердечки тем, кто пишет хейт, бесполезно, потому что они не видят добра, даже если добро укусит их за жопу. Они этого не поймут. Ну, в общем, всех наступающим и пока. Не забудь поставить палец кверху.